Я скажу то, что для тебя не новость. Мир не такой уж солнечный и приветливый. Это очень опасное, жесткое место. И если только дашь слабину, он опрокинет с такой силой тебя, что больше уже не встанешь. Приветствую тебя, дорогой мой друг, у себя на канале, ну и конечно же на новом видеоролике, который, я надеюсь, тебе очень сильно понравится. Суть сегодняшнего видеоролика заключается в том, что я зайду на один из крупных проектов и буду задавать в репорт разные глупые вопросы, ну и просто разные фразы писать. Я надеюсь на то, что меня в ближайшее время сможет администрация либо забанить, либо, конечно же, выдать бан-чат, и я не смогу ничего писать. Также суть рубрики заключается в том, что мы проверяем параллельно администраторов, как быстро они отвечают, как хорошо они отвечают и насколько их ответы являются полноценными и раскрытыми. Исходя из этого, вы сами сможете сделать себе вывод по администрации сервера и по самому проекту. Также я напоминаю, что в закрепленном комментарии есть ссылки на Discord, на Instagram и на группу ВКонтакте. Я буду рад, если вы на них подпишетесь, ну а также я желаю вам приятного просмотра и давайте сразу же перейдем к видеоролику, не будем затягивать. А мне это как жаль. Правда в том, что после стольких лет начинаешь терять не только аппетит. Когда так долго носишь маску, то забываешь, кто ты под ней. Ну что, друзья, давайте наконец-таки приступим задавать глупые вопросы администраторам. И на сегодня первый мой проект, который я выбрал для первого выпуска, это Diamond Roleplay. Посмотрим, что вообще из этого всего выйдет, и посмотрим, как нас быстро забанят, или же хотя бы выдадут нам бан-чат. Это в основном самое главное, что будет именно в этой рубрике. Будет, конечно, очень смешно, если нам выдадут бан спустя уже буквально 5 минут, и из этого всего видеоматериала наберется на 2 минуты. Тогда, конечно, да, будут проблемы, и мне придется просто зайти, наверное, на другой сервер Даймонда и там уже попробовать получить мут и задавать глупые вопросы администраторам. Давайте попробуем задать им первый вопрос. И первый вопрос будет заключаться, наверное, скорее в просьбе. Это попросим администраторов научить нас играть ролплей. Ну и пишем такое вот сообщение, что научить играть ролплей или я уйду с проекта. Посмотрим, насколько администраторам важен каждый игрок сервера. Ну а также мы с вами сейчас узнаем, спустя какое время администраторы отвечают на репорты. И пока что мне никто не ответил, хотя прошло уже достаточно секунд, и обычно на вопросы должны уже отвечать. Давайте попробуем им немного поугрожать. Попробуем через связь с администратором. И я не могу сейчас отправить. Хорошо, давайте подождем. Ну и главный минус, наверное, Даймонда, который я заметил, это то, что я не могу писать много репортов. Даже если, например, меня какой-то читер атакует, я ничего с этим не могу сделать, потому что я не могу много писать репортов. И если кто-то упустил мой репорт, то мне придется терпеть. Но я постараюсь добить администраторов. Я буду пытаться им угрожать, я буду пытаться задавать другие глупые вопросы, или я что-то буду еще придумывать. Но я добьюсь того, чтобы я хотя бы получил бан чата. Блять, чуваки, это Даймонд, это крупный проект, на котором играет много игроков, и здесь все пишут репорты, я все понимаю, но я уже не могу, наверное, в течение 3-4 минут написать второй репорт, не третий, не четвертый, просто хотя бы второй. Хорошо, первый ответ есть все-таки от администратора, скорее всего, мой вопрос был где-то в очереди, и я получил на самом деле достаточно адекватный ответ, этому учиться должны вы у игроков, администрация следит за РП процессом. На самом деле, это самый адекватный ответ, который мог быть, и я ожидал того, что мне скажут, типа, нет, отвались, бан-чата, офф-топ и так далее. Давайте тогда зададим следующий вопрос, опять же связь с администрацией, и, наверное, попросим как раз таки админку для того, чтобы учить других игроков и следить за РП процессом. Тогда выдайте мне админку, и я буду следить за этим РП процессом. Но разве это сложно? Давайте я все-таки буду администратором. Уважаемый игрок, мы не выдаем деньги, ХП, скины, транспорт и тому подобное. Скорее всего, это был какой-то скрипт, который отвечает на репорт с текстом «выдайте», потому что уж слишком быстро мне его выдали. Хорошо, давайте тогда зададим еще один вопрос. Точнее, мы сейчас на них обидимся. Тогда вы меня обидели, ведь мне обещали тут админку. Посмотрим, что они на это ответят, но я надеюсь, что-нибудь они ответят. Хорошо, мне опять отвечает администратор, и отвечает он мне, кстати, то, что я начинаю автопить в репорт, и другой администратор мне также пишет, что я автоплю. Ну, давайте прикинемся то, что я не знаю, что это, и спросим у администраторов, что такое автоп. Что такое автопить? Давайте узнаем это и посмотрим, ответ ответят ли нам администраторы на этот вопрос. Я, кстати, как самый тупой реальный игрок и просто бомж сервера, бегу непонятно куда, непонятно зачем, начиная только первую регистрацию на сервере. Ну и мне сразу приходит ответ, опять же, достаточно быстрый, несмотря вот на то, что первый вопрос мне отвечали прям долго, здесь сейчас прям быстро мне отвечают, и мне сразу говорят, что офф-топ это вопрос не по теме. Хорошо, спасибо за, опять же, адекватный ответ, и спасибо, что до сих пор мне не дали мут, хотя, наверное, администрация понимает, что это уже какой-то рофл, и над ними явно кто-то прикидывается дебилом.
Итак, давайте дальше на них будем давить и напишем, что да, я понял, что такое автоп, но дайте мне админку, я все-таки ее очень хочу, и я был якобы администратором на России РП. И надеюсь, что тут я тоже буду администратором. Если вы не согласны с наказанием, обратитесь на форум проекта, я наконец-таки получил бан чата. Наконец-таки мне выдали этот бан чата. И давайте посмотрим, могу ли я еще раз что-нибудь написать в репорт, или система мне не позволит. И нет, к сожалению, я реально ничего уже не могу написать в репорт, и у меня есть два варианта. Либо я жду 10 минут и пишу им еще, либо же это мой конец, и на этом можно будет закончить серию, но я честно не хочу заканчивать, поэтому я подожду прям буквально 10 минут. Ну и да, ребята, я не стал ждать 10 минут, я начал ждать целую ночь, потому что я не стал ждать вообще снятия мута на том сервере, а я просто зашел на Diamond RP Gold сервер. Да и вообще, у меня просто было больше времени подумать над вопросами, подумать над материалом и вообще подумать, как мне это все смонтировать поинтереснее для вас. Ну а так как мы с вами зашли на Gold, тем самым мы задавать можем любые опять вопросы, даже повторяя предыдущие, но я, наверное, этого делать не буду. И сегодня мы зададим новые вопросы администраторам. Надеюсь, они есть на сервере. Время 13:46 по Москве. Давайте сразу же начнем, наверное, с первого вопроса, связь с администрацией, и мы у них спросим какой-нибудь максимально глупый вопрос. Давайте просто представим, что я новичок, который решил попросить админку в репорт, ну потому что так пишут на многих серверах названий, и мы такие, типа, почему бы на Даймонде не получить нам админку, хотя в начале видеоролика я уже спрашивал на Руби сервере, но спросим еще раз здесь, только уже с другим вопросом. Можно мне админку, или я уйду с сервера, и много-много восклицательных знаков для того, чтобы администрация поняла, что я не самый адекватный игрок. Не выдаем, только через лидерку. Хорошо, давайте спросим вообще, что такое лидерка, опять же прикидываемся дурачком. Ну а точнее, мы с вами попросим эту самую лидерку. И главное это с ошибками писать. Отправляем сообщение и, ну, тогда дайте лидерку. Опять же, мне отвечают, не выдаем. Ну, хорошо, давайте вообще спросим, что можно здесь делать. А что мне тогда делать тут? Нет, ну серьезно, а что мне делать на практике, где мне не хотят выдавать ни админку, ни лидерку? Играть. Блин, слушайте, максимально прям сухие ответы. Если на Руби сервере мне отвечали полноценно, и они понимали 100%, что я их провоцирую, то здесь, ну, прям максимально какие-то сухие ответы, и я не понимаю прикола. Хорошо, давайте тогда напишем, что Diamond RP это очередной нуб RP сервер. Да, опять новый РП сервер попался, ну серьезно, ну дайте мне хоть что-нибудь, я хочу играть на вашем сервере, сразу быть лидером, админом и так далее. И мне просто отправляют смайлик грустный, почему все так грустно, ну хотя бы дайте мне за офтоп что ли мут, я хотя бы смогу закончить логически это все дело. Если честно, я даже уже не знаю, что можно задать этим администраторам, но давайте зададим вопрос, наверное, какой-нибудь максимально глупый, но ко мне ничего в голову на данный момент не приходит. Ну дайте хоть скин, я хочу тут играть и быть крутым, ну пожалуйста, ну дайте мне что-нибудь, чё вы как черти. Сука, опять не выдает. Да чё у него все не выдается-то, блять? Давайте просто напишем, что вы плохая администрация. Я уже не знаю, что еще написать. Просто вы плохие. Я честно не знаю, что еще можно писать. Они вообще никак не ведутся. Они ничего плохого мне не отвечают. Они мне даже не дают за офтоп ничего. То есть им типа по приколу это все. Тут, короче, сейчас проводится мероприятие, и администратор написал активнее /mp пупсы. Давайте скажем, что администрация не пупсы. Уважаемый игрок, не автопьте, пожалуйста, и смайлик. Ну боже, ну я уже максимально автоплю. Вам что, сложно выдать мне банчат, и я смогу закончить этот видеоролик, проверив администрацию Даймонда? Ну и наш коронный вопрос, что такое офтоп? Что такое офтопти? Если он сейчас не поймет прикола, то что я не перестану писать в репорт и не даст мне банчат, это будет гениальный администратор, но мне кажется, они меня решили просто проигнорить. А прикиньте, если они специально сейчас не отвечают на мой репорт, чтобы я просто не мог больше ни одного вопроса им написать. Гениальный ход. Ну и в общем, да, как я и ожидал, администрация решила не отвечать на мой следующий репорт, они не стали мне выдавать банчату, за что они молодцы, но с другой стороны, я не могу репорт написать, если я серьезно захочу пожаловаться на другого игрока, просто потому что они мне не ответили на мой репорт, и я не знаю, сколько нужно ждать для того, чтобы написать еще один. Это на самом деле косяк, наверное, скорее Даймонда, и я не знаю, как с этим бороться.
Ну что, друзья, наверное, пришло время подвести итог по двум серверам Даймонда, по Голду и по Руби, на котором я вчера снимал. Если говорить про администрацию сервера вообще, то она офигенная, честно. Администрация не дала мне бан, не дала мне мут в основном, и она долго держалась. На Руби так вообще они отвечали мне прям подробно и чуть ли не в полном серьезе рассказывали, что и как мне делать, как мне учиться РП, как администрация следит за всем и тому подобное. На Голде же администрация отвечала мне более холодно, но при этом она отвечала мне порой смайликами, порой она отвечала мне то, что не надо втопить, иначе я получу мут, и все в этом духе. Между первым и вторым местом Даймонда я, наверное, поставлю на первое место все-таки Руби, за то, что я чувствовал там более теплые ответы от администрации. На второе место я поставлю Голд, где более холодный ответ администрации, и где они мне в итоге не выдали тот самый мут, который я, наверное, так добивался. Я максимально старался не оскорблять администрацию и не использовать матерные слова, но возможно, что на других проектах, в которых я буду это делать, я буду порой использовать матерные слова для того, чтобы максимально добить администрацию и получить либо бан, либо же мут на какое-то определенное количество времени за нарушение правил репорта. Ну а на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Я благодарю вас за просмотр данного видеоролика. Я надеюсь, что он вам был интересен и вы получили от него удовольствие. Ну а также я напоминаю, что внизу под видеороликом есть закрепленный комментарий, в котором у меня есть Инстаграм, Дискорд и, конечно же, группа ВКонтакте. Я буду очень рад, если вы подпишетесь на все, что будет там в комментарии. И также не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал. Ну а я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока.